Ребята, я Кен Розенберг. Эй, отлично. Я отвезу вас на встречу, ребята. Итак, я поговорил с поставщиками, и они сильно намерены начать деловые отношения. Если все пройдет хорошо, нам тоже будет очень хорошо. А это вы понимаете. Хорошо. Итак, ладно. Они братья. Один занимается бизнесом, а второй полетами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Вот и они на вертолете. Итак, сделка состоится. Они хотят обменяться на открытом месте. Хорошо? Ладно, идем. Принес? 100% настоящий колумбиец, мой друг. Покажи. Зеленые. Десятки, двадцатки. Думаю, мы договорились, дружище. Вот чёрт! Давай, жми быстрее!